Ладно, чтобы понять, как этот демон влияет на машины, мне нужно разыскать Аурею. А для этого надо поговорить с ее учеником, который пошел на север, вдоль реки. Странница, стой! Остановись! Твое оружие, странница, копье. Я прямо вижу на нем синий свет. Это? Его изготовил один мой знакомый. А, шаман? Нет. Скорее, техник. Техник не понимает искры, что горит в металле, песни, что звучит в металле. Но ведь можно улучшить, модифицировать при помощи предтеч. Далеко на севере есть пещера, разлом в снегу. Внутри гнездо металлических птиц. Найди птицу, которую шаманы еще не разобрали на части. Отыщи брус у нее внутри, длиной с твое копье. Все, что я могу сказать. В пещере достать брус изнутра птицы. Ну да, обычное дело. Есть вести со школы? Стадо не отходит далеко от лагеря. Они держатся вместе. Подождем. Кто-нибудь да отобьется. Ладно, я буду в дозоре. Неплохо. Женщина во главе дома. Каким ветром вас занесло так далеко от дома? В зарубке много добычи и опасностей. Кого-то манит и то, и другое, и они нанимают проводников, таких как я. В этот раз нам не повезло. Хоть я и взяла с собой жреца, чтобы читал знаки. Я ведь сказал, что свет солнца был слишком красен в ту ночь, и... Это не твоя забота, охотница. Да поразят твои стрелы цель. Лан, там ходишь снова во главе дома охотников. Удачи не видишь. Если я доберусь до Дарвала, то от него ничего не останется. Скоро мне это понадобится. Горгрент сказал, ученик Аурея ушел на север вдоль реки. Надеюсь, недалеко.
Видимо, это Налтук наблюдает за твоей башней. Кажется, она посылает какой-то сигнал. Налтук? А ты кто? Как ты меня нашла? Бургрин сказал, где искать. Вот настырный. Я ему уже 1000 раз говорил, не хочу я у него ничего покупать. Я не торговка. Мне нужно найти Аурею. Забудь. Она ушла туда, куда ступают лишь шаманы. Получить наставление от голоса в синем свете. Такова ее задача. А моя задача — наблюдать за работой демона. И постараться сдержать его. Но что я могу сделать с этими башнями? За неделю они выросли по всей зарубке. Они источают энергию демона. Она питает машины, исцеляет их. Аратак сказал, демон повергает машины в безумие. Смотри, те с лиловыми метками. Это машины демона. Они сильнее, опаснее. И я уже видела такое прежде. Заражение. Но там был не ваш демон. Правда? Ну, ты знаешь больше моего. А башни, у вас такие же были? Нет. Впервые вижу. Так вот, они придают силы машинам демона. Надо что-то делать. Скажешь, куда ушла Аурея? Ты задаешь много вопросов. Когда не получаю нужных ответов. Аурея хочет услышать один голос, и это не твой. Извини. Хорошо. Ты хочешь сдержать машину демона? Я знаю, как это сделать. Моим луком и копьем. Стой, страница. Как твое имя? Элой. Ладно. Если ты погибнешь под ударами его машин, я хоть смогу рассказать о тебе Аурее. Ты в меня веришь, как мило. Я не погибну. А когда вернусь, ты скажешь мне, где она. Из-за импульса башни. Thank you.
чтобы они не искали меня. Интересно, а если перехватить управление? Надо поговорить. С машинами и башнями справляться научилась. Очередь демона. Ты как-то забрала его силу себе. Возможно, Аурее стоит с тобой встретиться. На самом деле, она ищет надежду. И я вижу, ты можешь ей в этом помочь. Она в убежище за той грядой, ледяной теркой. Попасть туда можно лишь по тропе шамана. В конце тропы ты увидишь храм, великую машину под синим самоцветом. Шаман, прошедший тропу, берет себе кусок самоцвета. Если доберешься, и ты возьми, как награду. А что за синий самоцвет в конце тропы шамана? А, кристалл. Он растет на телах машин в самых древних рядах. Синий свет, вытекая из машин, замерзает и обретает такую форму. Но тебе важнее, что торговцы дают за него хорошую цену. Бургрен сказал, ты ученик Аурее? В ее отсутствие я служу вождю Эвераку советником, разведчиком, вестником синего света. Работы много. Не знаю, смогу ли я сравняться с Аурее, но я попытаюсь. Я перед ней в долгу. Она поверила в меня. Неопытного шамана с края света. Только она. Ты был с Аурей в том походе на гору? Хотел бы я даже, зная, чем кончится. Но я ведь не воин. Она не взяла меня. Когда Аурей и вождь вернулись, они стали о чем-то спорить. О чем именно, я не знаю. А потом она дала мне задание и ушла. Как мне найти эту тропу шамана? Иди к ледяной терке. Пройди по меткам через ледяные пещеры и водопады и поднимись к храму. Но берегись. Этот путь задуман как испытание. Последний этап подготовки шамана. И в конце пути я найду Аурею? Нет. Она еще выше. Где-то внутри горы. Если увидишь ее, передай. Я верю, что она услышит голос вновь. Хорошо, значит, теперь мне на ледяную тёрку искать тропу шамана. Thank you.
были не наши. И как же он так завалился, бедняга? Они вообще крепкие. Последнее. Надо осмотреть длин на шее, оценить нанесенный урон. Похоже, от него оторвали три важные детали. Если вернуть их на место, может, я смогу его активировать. Глянуть, что у него в голове.
Думаю о летнем солнце. О ветерке. Деталь длина шея целая. И внизу, поберегись. Это уравняет шансы. Thank you.
Деталь вроде целая. Длина шеи вообще прочная. Оберегали. Наверное, считали этого длинношея священным. Надеюсь, сработает. Но теперь он уже не так плохо выглядит. Ой, если я пал, надо просто расправить подачу энергии. А если я ошиблась, по крайней мере, никто не увидит. Тебя тряхнуть. Полегче. Легче. А когда было легко? Тихо!
Воздух превращается в лед еще до того, как я его выдыхаю. Теперь надо добраться до главы.